Здорово, бро. Сейчас попробую тебе разъяснить. Бумаги уже практически нет, поэтому, извините, пользую старые. Что-то новое. Я сейчас буду утрировать, поэтому не обижайся. Ты навалил. Вот такая голова. Здесь ты нарисовал плоскостно глаза, нос, рот. Здесь хорошо попал. Хорошо, хочу сказать. Плечевой пояс. Дальше ты нарисовал. Здесь вот. Вот так, вот так. Насколько я помню. Руки. Планшет. Здесь вот такие короткие ножки. Короткие ножки. Вот так вот. И вот это все, значит, в таком маленьком кресле. И попытался заштриховать, показать, так скажем, свет, тень, первый план, второй план и т.д. и т.п. Вот что-то, ну, пародия, но по большому счету то, что есть. Задачу ты себе поставил сложную, потому что ты сразу автопортрет, да еще такой сложный, так скажем, фигуры сидящие там и т.д. и т.п. Это сложное такое задание, которое требует понимания ряда базовых вещей, а именно нужно видеть и понимать объем, структуру и видеть перспективу. Попробую сейчас изобразить, как бы это должно было бы быть. Опять беру лист. Старый. Тут вот товарищ скелета у меня тут нарисован был. Собрать ничего. Ради тебя, блин. Ради тебя, бро. Порчу. Первое. Надо увидеть целиком, как оно все будет на листе. То есть определить общую форму, вот как ты тут сидишь, где там будет голова, там вот это вот все, вот где-то вот так это будет. Вот так, вот так, вот это вот кресло, вот так вот ноги, вот где-то вот так, вот общее. Ну и поехали. Голова. Дальше. Шея. Дальше. Как ее взаимоотношения, да, вот, слегка так вот у тебя вот здесь так наискось. Да, так. Просто нужно чувствовать и понимать вот эти все объемы, как они вот там располагаются, как перспективные искажения будут. Да, вот как вот. Здесь вот это вот все вот здесь вот соединяется, да, вот. Вот это все, да, вот. Почему вот здесь вот короче, вот здесь длиннее, да. Как вот, как тело сидит, вот, вот этот вот объем, да. Ты в кресле сидишь, у тебя это провалено, это впереди, да. Вот это все, то есть, где у тебя там будет шея прикрепляться, как вот этот объем будет.
вот этот объем будет, да, вот этот вот. Вот это вот, да, там вот в кресле, как вот это все сидится, да. Вот здесь пошел вот этот планшет твой, да, вот у него там перспектива есть, да. Вот там, как вот тело прикрепляется к рукам, все вот это вот, как оно там, вот это вот должно быть, как оно, как там этот объем, да, вот это все. Какие здесь будут ноги, да, как это все. Вот оно вот где-то вот так будет. Вот такая вот будет общая форма. Да, вот так вот кресло. Да, вот пошло кресло. Вот пошло кресло. Вот тут пошли там это ноги. Да. Вот как-то вот так будет. Вот так это как-то будет. Это общее, общее. При этом понимаем, форму, да, там вот как все это идет. Форму вот это все мы понимаем, да, как там к ушам прикрепляется, как оно все вот это вот взаимодействует, как оно все вот это вот взаимодействует, да, вот как это вот оно все идет. Как, да, вот, как это вот все, вот оно вот здесь вот. Почему руки будут так, да, почему это так, да, вот, вот это все, да, вот. Вот так вот, здесь это будет вот так. Там провалилось, да, вот здесь вот это кресло идет, да, вот здесь колено. Там скелет есть, да, там скелет, там объем. Там объем, и здесь тоже объем, и здесь тоже объем, и вот это вот все тоже объем, да, и вот здесь тоже объем, да, и вот так это все это вот пошло, вот так вот, вот так, вот так, вот так, да. Теперь источник света, да, вот здесь, например, у тебя там, ну, не знаю, где там у тебя, не помню, где был. Соответственно, источник света здесь, соответственно, идут переломы форм. Да, вот как оно вот здесь вот это все работает, да, вот это вот. Как вот эти тени, вот они все вот идут. Да, вот это вот по переломам форм, вот здесь вот будет вот так. Да, вот здесь вот будет вот так. Здесь вот будет вот так. Здесь вот будет вот так. Здесь вот это будет углубляться. Вот так вот, да? Здесь вот, да, ты правильно указал, да. Здесь вот это вот все вот так вот. Тень там, да, там все пошло, 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 пошло. Вот так вот, да. Здесь вот. Вот так будет. Да, здесь вот так вот граница форм, там складки, да, как здесь будет кресло там, вот это вот, да, вот это все, да. Вот это, вот так и так будет, там в общем и целом, в общем и целом это будет вот так, в общем и целом, да. Вот здесь вот так вот. Все. Да. Вот. Вот это будет общее. 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 Научись от общего. Общее научись. Общее. Да, вот у тебя будет общий силуэт. Да, вот у тебя общий силуэт будет. Да, там. И он должен быть живой. Он не должен быть там мертвый. Да? Вот здесь будет общий силуэт. Да, вот здесь вот так вот оно все живое такое оно должно быть. Там вот кости должны проходить.
Да, вот локти, они вот такие, вот плечи, они такие. Да, вот здесь осанка такая, вот здесь голова так, шея пошла вот так, вот здесь будут ключицы вот так вот. Да, вот это все. Вот здесь вот этот предмет лежит, да, вот как он лежит. Как он лежит, да. Вот он там лежит, да, вот он там лежит. Вот здесь колено, оно же колено. Потом пошла голень, да, вот здесь штанина на этом колене. Здесь тоже колено, да, на колене, там внутри кость. Да, и вот это вот, здесь икроножная мышца. Да, вот здесь вот сидишь туда, вот внутрь, на этом своем кресле. Вот так вот идет кресло. Вот так. Понял, да, разницу? Голова. Голова рисуется не плоская, мы берем там некое подобие, там форма, как ты взял себе свое подобие формы, и там на плоскости начал чего-то там глаза, брови, нос вырисовывать, рот. Да? И потом на этом начал искать, как оно должно это все затеняться. Нет. Это же тоже объем. Это все 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 сопряжение форм. Да? Соответственно, и здесь все это будет через сопряжение форм. Вот через это. Через это, через общее. И вообще учись через общее. Общее поймал. Общее поймал. Общий абрис поймал. Общий. Общий абрис. Сейчас вот еще раз уточню. Общий абрис, да, здесь вот анатомия уже пошла на общий абрис. В нем уже частности выделяешь. В нем уже частности. Вот. Так вот будет. Вот так он. Да. Вот человек сидит в кресле. Тоже объем. И вот здесь вот объем должен быть. У него нога-то с объемом. Да, и вот здесь тоже объем там кресло. Да. Как-то так. Ну, ты понимаешь, о чем я, да? Надеюсь. Ну и здесь уже там. Это пошло. Здесь вот. Так, здесь так, здесь так, здесь так, здесь так, здесь так. Здесь так.
Вот человек сидит в кресле. Вот здесь надо еще, кстати, объем добавить. Судя по положению тела и ракурсу, то здесь будет еще вот так. Вот как-то так. Как-то так. Вот этот человек в кресле. Это автопортрет будет тогда, да. Ну а там уже разбираться, населять и прочее. Но это уже следующий этап. Вот как-то так.